Торжественное закрытие последней смены палаточного лагеря «Горизонт» в минувшие выходные прошло в формате танцевального флешмоба. Почти 600 детей отдохнули здесь в это лето. Об этом поговорим чуть позже, а сейчас предлагаю вспомнить самые яркие события 6 смен муниципального палаточного лагеря. Целый гектар для развлечений и летнего отдыха ребятни. Сложно представить, год назад это место было заброшенным. Территорию лагеря передали в округ из оборонного ведомства. И это лето для «Горизонта» стало пилотным. Первую творческую смену открыла лично глава округа. Разрешите смену открыть, флаг поднять. Открыть смену разрешаю, флаг поднять. Я уверена, что эта смена будет очень для вас запоминающейся, и вы будете возвращаться сюда снова и снова. Но вы сегодня творцы истории. Вы первые. Вот это приблизительно как Юрий Гагарин. 6 смен разной тематики, в каждой свои фишки. Основной упор на интерактивы на свежем воздухе. Плотный график не давал заскучать. Хорошо, красиво, во-первых, весело. У нас очень хорошие вожатые, да и все люди, мне кажется, в лагере. Тут вообще здорово и классно. Самое классное – это батуты. Завтра мы пойдем в веревочный городок. Я уже там несколько раз был и хочу снова. Очень классно, как бы, по местности. Играли в игры всякие, бегали в теннис. Очень интересно. Кормят отлично. Сегодня суп был вообще великолепный. Я никогда в школе не ел супы, а здесь очень вкусно. Колония, elle est sympa. Il y a une accrobranche, contrairement à France. Очень симпатичный лагерь. Понравился веревочный городок. У нас есть подобного типа, но именно такого нет. Понравилось, что лагерь полностью находится на природе, что ребята спят в палатках. Ливни и прохладная погода – не помеха для активного отдыха на природе. Лагерь выдержал все погодные невзгоды. В палатках всегда комфортная температура, а дети под присмотром вожатых круглые сутки. Без остановки шел дождь, я очень переживал за то, что действительно выдержит испытание или не выдержит. Все выдержало. То есть в палатках абсолютно сухо, больше того скажу. В ночное время, естественно, мы подтапливаем палатки. И полная безопасность. Видеонаблюдение и строгое соблюдение всех правил. Основное внимание к системе пожаротушения, инструктажу коллектива и учебным эвакуациям. Все огнетушители у нас все проверены, все заправлены. То есть, соответственно, здесь можно посмотреть. Зеленым отмечено, что огнетушители у нас годны к использованию. Все вожатые проинструктированы, как им пользоваться. Перед каждой сменой мы специально показываем еще раз и напоминаем, как их правильно держать, чтобы они начали работать. За 6 недель лагерь «Горизонт» посетили почти 600 клинских ребятишек. В честь закрытия организаторы пригласили детей с их родителями принять участие в массовом танцевальном флешмобе. Николай Матюнин, Дмитрий Кириллов, «Новости дня».